конечная выставка, конечно, она, мы говорим о том, что она небольшая такая, но она такая объемная, и на ней показаны все продукции лифтостроительных заводов России, новые разработки лифтового хозяйства, эскалаторов. Вот в данном случае я сейчас нахожусь у экспонатов Мослифта, видно, что они совершенствуются, улучшают безопасность технических устройств с учетом эксплуатации лифтового хозяйства. Я думаю, что они и дальше будут совершенствоваться в своих разработках, и это все будет на благо наших жителей города Москвы. Очень приятно находиться у большого стенда. Это стенд лифтовой организации, это Мослифт. Это альма-матер всего нашего лифтового обслуживания. И хорошо, что мы привыкли, что лифты монтируются Карачаевского завода, Могилевского завода. И наконец-то вот мы видим, что Мослифт изготовил свои лифты и может показать нам на настоящее время, какие лифты он может это делать. Лифты красивые, отвечают соответствующим нормам. Мы очень будем ждать эти лифты в наших домах новостройках. Производство Мослифтом всего комплекса реабилитационной техники – это еще и яркий пример международного сотрудничества российских и зарубежных лифтостроительных компаний. На сегодняшний день я, насколько помню, что эта техника используется или изготавливается вместе с кооперацией с иностранными фирмами. Если вот это будет принято за основу, и Мослифту как раз по силах выпускать такие же лифты. Но то, что они необходимы, нужны, это больной вопрос, он давно назрел, его надо форсировать. Итальянские партнеры высоко оценивают как результаты, так и дальнейшие перспективы сотрудничества с Мослифтом. Мы работаем с Мослифтом достаточно давно и довольны таким тесным сотрудничеством. Мослифт – большая и знаменитая фирма, известная высоким качеством своих услуг и своей продукции. Мы рады, что можем предложить Мослифту столь же качественные изделия и надеемся на продолжение взаимовыгодного сотрудничества. Не меньше интерес вызвала и другая, новейшая разработка Мослифта – система диспетчеризации. К лифту и к стенду АСУ-ОДС образовались, можно сказать, две параллельные очереди. Может быть, из-за того, что выделено мало площади, может быть. Вот компоновка, желательно было бы это разнести чуть-чуть побольше. Потому что интерес к самому лифту и к подъемнику, наличие людей около них не позволяют подойти к стенду автоматизированной системой диспетчеризации. Хотя она очень тоже впечатляет, и если вот так с ней поближе познакомиться, то есть это, ну, следующий шаг, что ли, следующий этап в реконструкции, реорганизации системы диспетчеризации города. Многие специалисты не только захватили рекламные буклеты Мослифта, но еще и тщательно конспектировали объяснения специалистов. Это вполне понятно, ведь новая система диспетчеризации действительно открывает новые горизонты как в обеспечении оперативности при устранении аварийных ситуаций, так и в энергосбережении, что представляется на сегодняшний день особенно актуальным. ГУП «Мослифт» представляет концепцию создания единой диспетчерской службы района на базе системы диспетчеризации АСУ-ОДС. Данная система диспетчеризации предназначена для контроля работы инженерного оборудования жилых многоквартирных домов, контроля доступа в технические помещения, коммерческого учета и для коммерческого учета энергоресурсов. Эта система позволяет повысить оперативность управления и эффективность работы инженерных служб, а также для предотвращения и быстрой ликвидации аварийных ситуаций. Так что кризис кризисом, но отнюдь не им определяется развитие технической мысли, направленной на повышение жилищно-коммунального комфорта жителей российских городов. Разработка таких высокотехнологичных социальных проектов, а главное их реализация, возможна только в таких компаниях, где приоритет только один – забота о людях. Забота о своих сотрудниках и о тех, на благо кого они трудятся. И очень наглядно это доказала экспозиция Мослифта на выставке «Лифтэкспо Россия-2009». Выставке, где было представлено действительно лучшее от лучших.